Из первого послания святого апостола Павла к Коринфянам, 7 глава, с 24 по 33 стих. «В каком звании кто призван, братья? В том каждый оставайся пред Богом относительно девства. Я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти. А мне вас жаль. Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны бы как не умеющие. И плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот, не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.